Приступал я к обзору игры вот с таким вот настроением и ассоциациями. Эй, Сильвер, вперед! А на самом деле все казалось вот так вот. Офигенная штука. Офигенная графа. Первые впечатления просто чудесные. Сканер. Раньше мы проводили личный досмотр по старинке. Но потом эти психопаты стали прятать лезвие и ставить на нас капканы в таких местах, что и не рассказать. Так что теперь мы всех сканируем. По крайней мере, у нас пальцы на месте. Просто супер. Как я пропустил такую игру. Бэтмен, конечно, весь на стероидах, перекачан просто. Так ты идешь, Бэтс? Офигенно. Очень приятная, очень классная игрушка. При этом не тормозит практически, можно сказать. Настройки, конечно, не все, может, на максимум. Видение очень оригинально, даже интересно смотреть. Обычно такое хочется пропустить, перемотать как-то, но тут прям смотришь и никакого раздражения нету. Пиздец, монстрище. Охереть вообще. Классно. Режим детектив. Очень прикольно сделано. Даже не знаю, как придумали. Красавцы просто. Вообще классно. Сколько ударов сердца вон у чувака. Состояние, нервничает. Очень качественная игра. Даже в голову не приходит что-то более качественное, более крутое. Как у него движется плащ, а? Просто офигеть. Уровни просто первоклассные. Не просто пару ящиков накидали там, дверь нарисовали и все. А весьма большая проработанность и детализация. Просто даже не знаешь, к чему придраться. А это Махач с первым боссом. Первый раз, когда услышал об Бэтмене, подумал, что это какая-то шняшка дешевая для консолей. Блин, ну я очень сильно ошибался. Великолепнейшая игра. Очень оригинальная идея с этой тюрьмой. Правда? Ну ладно, запомним, материала для эксперимента нужно больше. Ну раз уж у меня такой приступ... Нет ощущения, что просто тупо бежишь, мочишь, бежишь, мочишь, бежишь, мочишь. Закончи и поставь... Дизайн всяких менюшек, хреней, тоже очень великолепный. Очень классно выглядят. Вообще вся игра от начала, можно сказать, до конца вызывает только восхищение.
махачи сделаны достаточно прикольно. Зрелищно. Особенно, когда происходит автозамедление. И что-нибудь типа вот такого. Вообще классно. Это даже не кино, это круче, пожалуй. Пока нет, но я уже близко. Харли Квинн пыталась задержать меня. Сбросила на меня лифт. У нее получилось? В общем, мега игра.